Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». И прямо сейчас я расскажу про самые интересные культурные события грядущих выходных. Не переключайтесь! 24 марта пройдет творческая встреча с киноведом Валерием Фоминым, организованная музеем Эльдара Рязанова. Участники встречи получат уникальную возможность прикоснуться к тайнам творчества великих мастеров советского кино, узнать все подробности создания и сохранения шедевров той эпохи и о том, как кинематография работала в годы войны и послевоенные десятилетия. Причем узнать из первых уст от человека, который сам был непосредственным участником событий. После встречи состоится показ документального фильма «Экспозиция войны». Фильм посвящен фронтовым кинооператорам Великой Отечественной войны, которые запечатлели хронику подвигов и лишений советского народа. Куйбышева, 105. Вход на встречу свободный. 25 марта в России отмечается День работника культуры. В честь этого праздника Центральная городская детская библиотека приглашает всех желающих на литературно-творческую программу «Госпожа культура». Маленькие посетители смогут почувствовать себя настоящими артистами, почитают стихи, инсценируют сказку и проведут субботу в творческой обстановке. Возрастное ограничение 6+. 26 марта театр «Самарская площадь» приглашает зрителей на юбилейный показ спектакля «Герострат». В этом году постановке исполняется 10 лет. В роковую ночь 356 года до нашей эры житель Эфеса, базарный торговец по имени Герострат, сжег храм Артемиды, культовой богини для города. Его дело передано в суд. Горожане одержимы решимостью покарать злодея, однако постепенно их решимость куда-то улетучивается. Узнать подробности происшествия и на несколько часов перенестись в Древнюю Грецию можно будет в воскресенье в 18:00. Вечером в воскресенье гостей ждет литературный музей имени Максима Горького. Уютные вечера, серия мастер-классов, где есть возможность пообщаться с близкими по духу людьми, узнать что-то новое из истории моды, культуры и искусства и сделать своими руками сувенир, который можно унести с собой. Вечер 26 марта будет посвящен сказкам Алексея Толстого, а на мастер-классе вы сможете создать уникальную салфетку в технике набойки. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.